Похоже, кто-то туда и пошел. Вон он! Спокойно. Что скажешь по поводу ПВЕ Таркова? Да что тут скажешь? Нравится, пусть играют. Мне не нравится, я не играю. Шамандаров. Проверим мою теорию. Блять, там еще. Вон он, сука. У меня патронов-то столько нету сами стреляться, ребят. Я забыл россыпь. Аша, вроде как, в подъезде в правом. В ближнем. Я так и не понял, что за оружие у него было. Так, 3 фул магазина имеется чат. Дождь решил пойти. Гранату. Это он лежит там, ни хрена себе геймер. Все, убежал. Да. Да господи! Вон он упырь. Тут, блядь, 2 чувака, кроме меня еще. Хуянов! Взорвал, что ли? Да хватит, боты, ну. Мне кажется, справа я взорвал. Подожди. Бот, наверное, дверь выламывает. Кто там шифтит? Оружие нужно твое срочно, братанчик.
Чё ты там? Перезарядка? Блять, вал, это опасная хрень. Но это вообще не тот, который был тут в подъезде с типами. Это, вероятно, вообще левый какой-то подошел жулик. Так, что там у тебя? 6-й класс. Немножечко покусанный. В целом нам пойдет. Так, 6, 7, 8. Бейсбол сюда, канаты. Как с читерами в Таркове? Да все в порядке с ними, не переживай. Играют, бегают, кайфуют. Баты, баты. Так, пластины 4-е. Это берем. СП-6-е берем. Пам-пам. Пам. Блять, чат, сорян, что-то порвало. О, блять. Какой же у тебя интересный геймплей, друг. Сто 150 часов в игре. Блять, как же страшно-то там, блять, кто-то стреляет. Зашел в шутер поиграть. Ля ты крыса, а? Сошел поиграть в компьютерный шутер, вдруг убьют. Что делать-то тогда? Блять, он же застонал от гранаты, я думал, он сдох. А он просто ранился и просто там же и сидел все это время. Сука. Ой, блин. Не, ну, у него прям жесткий этот, как это назвать? Это путь воина. Это пиздец. Это путь воина. Это маразм, ебать. Это пиздец. Как это, господи, да? Типа, далеко пойдет чел в реалиях Таркова. Как это называется? Так, ну люди, кстати, есть. Вот если столько людей будет на этом сервере, можно прям даже поиграть улицу. И подумал, ну какой же я молодец. Какие же планы я придумал. То есть, понимаете, если бы я полутал его друзей и просто бы ушел, то получается, он бы там так и сидел. Потенциал, вспомнил слово. У чувака, блин, огромный потенциал для Таркова. Он добьется больших успехов. Пока что там у него 150 часов. Но вот через 5000 часов вы даже, блять, вот дыхание не услышите, что он где-то рядом с вами будет сидеть в кусту. Классный чувак. Ахиллойс, как у тебя правильный никнейм читается? Напиши, пожалуйста. Эчелойс. Блин. Эчелось, понял.
Челоботик, что ли, дроп заказал? Двое даже, как будто бы там кого-то ходит. Нет, это не челоботы, это челыки. Тут неудобно рашить этот заборчик, который не перелезть. Я могу это здание с другой стороны зайти, с противоположной, я не помню. О нет, только не трава. А, тут, подожди. А, нет, а тут есть выход. Будет. Чавой. Одного взорвал. Вы чё тут затаились, ребятишки, блин? Иван, здорово. Для всего расстрелял. Там шестые плиты, да? Да. Чувака никнейм Pink 200. Подожди, а чё они лутали? У них вообще ничего нет из дропа. У этого в сумке тоже ничего не было. Странные ребята. И если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.